Деньги на ремонт дорог есть, но на все разбитые участки вряд ли хватит. Сегодня в администрации состоялась вторая часть депутатских слушаний по бюджету города Кирова на следующий год. Очевидно, что основная надежда – это федеральная помощь. Зато появилась надежда, что строительство путепровода в Чистые пруды будет продолжено. На эту дорогу с учетом софинансирования из федерального бюджета будет направлено более 1 миллиарда. Это почти в два раза больше, чем в этом году. Предусматриваются расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в сумме 473 миллиона 313 тысяч рублей. Из них содержание улично-дорожной сети 400 миллионов 843 тысячи рублей, содержание искусственных сооружений и сетей ливневой канализации 33 миллиона 140 тысяч рублей, приобретение противогололедных материалов на сумму 39 миллионов рублей, ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в сумме 158 миллионов 482 тысячи рублей. Конкретно на ремонт дорог запланировано 127 миллионов рублей. Это больше, чем планировали на этот год. Тогда говорили только о 50 миллионах. Недостающие деньги в течение года поступали из областного и федерального карманов. Бюджет на следующий год еще не принят окончательно. Могут вноситься корректировки, но вряд ли они будут существенными в плане дорожного ремонта.